Всем привет, мои дорогие зрительницы! Сегодня мы с вами снова отправляемся в секонд-хенд Humana на финальный день, 50 центов, мой любимый день. И наша цель посмотреть с вами, что можно интересного, эксклюзивного, возможно, найти в самый финальный день распродажи по 50 центов. Начала я свой поход с платьев. Как видите, достаточно много всего еще осталось. И первое, что я нашла, это вот такой комбинезончик. Он приятного хаки оттенка, светлого. Здесь, может быть, кажется, что он серый, но нет, он такой хаки. Абсолютно лаконичный комбинезон, маленькие шортики и верх с воланчиком. Это китайский сайт Shein, но тем не менее это был 100% хлопок, так что в принципе хорошая находка. Еще мне понравилось вот это платье Zara, оно было такое нарядное, но для лета тоже, на какие-то летние вечеринки тоже можно применить. Платье все усыпано бусинами и пайетками, само оно кремового цвета и очень красиво вырез на спине. Единственное, что оно было очень короткое. Немножко на девочек пониже роста, мне кажется. Пышная юбка и прямой верх. Ну, красивая спина и, конечно, вот эти пайетки. Идеальное состояние. Думаю, что в Заре в новой коллекции оно стоило достаточно дорого. А здесь, как видите, 50 центов. Шикарный комбинезон манго, кстати, я нашла. Широкие брюки. Очень красивый, яркий, красный, насыщенный цвет. Лаконичный комбинезон без каких-либо прибамбасов. На спине молния. По-моему, не было у него карманов. Единственное, я люблю, когда у вещей есть карманы. И по составу это была вискоза. Очень хорошая вещичка за 50 центов. Еще один вариант комбинезона. Тоже, мне кажется, офисный такой вариант. Но не только, конечно. Это темно-синий комбинезон с тонкой белой полоской. Закрытый верх, прям под горло у него был такой фасон, и широкие брюки. Брюки, кстати, были немного укорочены. В целом идеальное состояние, просто новая вещь, очень плотная ткань, приятная. Но, по-моему, это был полиэстер, это английский бренд Misguided, кстати. И да, это у нас полиэстер, но в целом вещь классная. Как всегда, очень много юбок. Здесь я смотрю различные варианты. И мне, кстати, понравилась тоже вот эта юбка с бусинами. Сейчас и пайетки, и бусины – это тренд. Здесь шифоновая юбка с подкладкой. И интересный такой у него дизайн, как по диагонали. Можно классно ее стилизовать, мне кажется, с какой-то косухой или с очень простым верхом, с грубыми ботинками. Что-то такое придумать, классный стильный образ с ней. Показываю вам бренд, это был размер L, ну красивая действительно вещичка, мне понравилась, не мой размер. Вообще в этот раз вещи были абсолютно не моего размера, и вы не представляете, какие очереди были в примерочной. То есть с примеркой мне в этот раз вообще примерка не светила, я даже не стала пытаться, поэтому сегодня у нас просто обзор на то, что есть в магазине на финальном дне. Еще одна симпатичная юбка фасона тюльпанчик, по-моему, да, его называют, такая широкая. Она была двухслойная, видите, один слой покороче и второй подлиннее. У нее, кстати, были, по-моему, карманы и очень красивый блеск металлический. Это тоже сейчас в моде. Видела и брюки в магазинах такого блеска металлик. И вот здесь такая классная юбка с карманами. Она на талии, на высокой довольно. И это у нас юбка от Zara. Здесь у нас вариант уже просто летней юбки белой, классные пуговицы, очень интересные, и у него пояс тряпичный, можно так сказать, в полоску. Очень классная летняя юбка, тоже была большого размера, если был бы мой размер, 100% бы себе купила на лето. Полоска всегда разбавляет, и здесь кармашки, она хлопковая, пуговицы очень интересные, классная, приятная юбка, к сожалению, большая. Ее прям летом с любым топом, с любой майкой, с кедами, с сандалями. Очень классно, да, 40 размер. Тут брендик тоже указан. А вот эти шорты еще недавно были в новой коллекции в Манго. Это 100%. И до сих пор даже в магазинах полно вот таких шорт, именно плотных. Здесь у нас зеленый приятный цвет, зеленый с белым. И кармашки тоже у них были. Да, вот здесь я показываю карманы. Это манго, да, я точно видела их в новой коллекции манго совсем недавно. И вот они уже у нас в секонде на 50 центов. И еще мне очень понравились вот эти полосатые шортики. Я люблю полоску. Они очень яркие. Опять же, с любым укороченным белым топом или неукороченным было бы просто супер. Они были без карманов, но сами по себе в идеальном состоянии. Очень классные шорты, это, кстати, Zara, опять же, но не взяла их, без примерки я не рискую, даже за 50 центов ничего не покупаю, чтобы не захламляться, поэтому оставила их в магазине, но в целом шортики очень классные.
Здесь у нас джинсовая юбка. Интересно тем, что и сзади, и спереди она выглядит одинаково. Посмотрите, как сделаны карманы. То есть не поймешь, в принципе, где какая сторона. Абсолютно одинаково выглядит. В целом неплохая джинсовая юбка. Лаконичная, темно-синего цвета. Хорошая длина. Детали металлические на талии. Очень неплохой вариант, кто ищет просто юбку деним. Деним сейчас все еще актуален. Еще одна короткая мини-юбка в клеточку с деталью валан. Хороший вариант, даже в офис можно, мне кажется, носить с какими-то балетками. Опять же, белый или черный, но спокойный верх, потому что уже у нас активный валан на юбке. И будет неплохой аутфит. Очень приятное качество, это у нас хлопок, хорошая юбка. В этом сезоне были очень популярны жилетки во всех их проявлениях, разных цветов, разных дизайнов, поэтому мне было интересно, какие жилетки я смогу найти в секонде, особенно в последний день на 50 центов. И у нас вот такой вариант первый мне попался. Это серая жилетка от Lindex, очень хорошего качества, красивая подкладка. Такие жилетки очень актуально носить на голое тело, ну красиво выглядит, с какими-то брюками. И еще один вариант, это уже джинсовая жилетка, она помельче, и это Страдивариус. Но Страдивариус, мне кажется, какой-то винтажный, потому что таких бирок сейчас в Страдивариусе уже нет. Но вот этот вариант именно на майку нужно надевать, потому что очень глубокий вырез. И третий вариант, это белая хлопковая жилетка, но у нее сатиновая спина. Сейчас я переверну и покажу. Видите, здесь у нас сатин, а спереди хлопок. Но в целом тоже очень актуальный вариант. Я очень люблю жакеты, всегда смотрю их в секондах. Но в этот раз, к сожалению, ничего уже не осталось. Вот такой вариант единственный я нашла. Это жакет без воротника. Видите, у него просто треугольный вырез с пуговицами крупными. И это у нас вискоза. Материал немножко такой с блеском, но с приятным блеском. И также приятный на ощупь. Жакет от неизвестного лично мне бренда. Здесь я показываю бирку, 38 размер. И да, это у нас с вискоза. Интересная находка. Это брюки летние, тоже с минимальным блеском. Сейчас поближе будет видно. И это у нас бренд Монтон. У нас в Риге всегда был магазин Монтон, сколько себя помню. Не знаю, есть ли он сейчас. Там, кстати, была довольно дорогая одежда, мне казалось. Может быть, сейчас уже по-другому. Летние тонкие брючки с завязками внизу, чтобы затянуть их и сделать покороче. Очень приятная ткань с блеском. По-моему, это была вискоза. Кармашки сзади. Прям такие летние, легкие, стильные брючки очень красивого розового цвета. Ну а мы потихоньку перемещаемся к блузкам, к майкам, к топам. Посмотрим сейчас, какие варианты мне удалось найти. Хлопковый топ от бренда Esprit с открытыми плечами, да, есть такие модели, где плечи открыты, как бы маленький рукавчик. Здесь приятная очень ткань, бренд Esprit, большой размер 42, но опять же актуальный цвет, актуальный деним. И было несколько вариантов с шитьем, да, это ткань с шитьем, если я правильно помню, очень красивая кружевная ткань. Вот здесь у нас тоже голубой топ, красивый край внизу. И также рукава кружевные. Очень актуальны сейчас вот такие укороченные топы а-ля рубашки. Видела такие в новых сетевых магазинах, довольно часто встречаются. Здесь мне попалась очень приятная рубашка, укороченная оранжевого цвета. И это был 100% лиоцел. Как новая вообще, в принципе, была рубашка. Даже пуговичка внутри сохранилась. С белыми джинсами очень классно могло смотреться. Интересная туника в очень хорошем состоянии, практически новая. Приятная расцветка бело-серая. Но не знаю, с чем вот ее носить. С белыми брюками, с узкими, широкими. Полуплатье, полутуника, полублузка, но приятная ткань.
Интересная модель. Единственное, с чем вот это носить. Может быть, кто-то и как платье бы это носил. А здесь мне попалась рубашка H&M. Это рубашка 100% лен. Очень красивый зеленый цвет. К сожалению, камера его очень высветляет. В жизни он более насыщенный. Она без пуговиц, но на завязках. Кстати, сейчас это тоже очень модно. Такие рубашки на завязках. Вниз надевается какой-то укороченный совсем топ. С удовольствием бы сама ее примерила, даже несмотря на то, что это был 42 размер. В целом вещь трендовая, льняная, зеленая, с завязками. Можно очень было классно ее стилизовать. Понравился еще вот этот жакетик укороченный. Именно расцветка меня привлекла в первую очередь. Такая приятная, весенняя, летняя, светлая, какая-то очень освежающая. К сожалению, я не нашла ни бренд, ни состав, ни размер. Но в целом состояние было отличное. На вид мне показалось, что это в принципе мог бы быть мой размер, поэтому я решила его примерить. Для этого мне, слава богу, не нужно было стоять через примерочную. Я примерила его прямо в магазине, в зале. На мне была белая футболка и бежевые брюки. В принципе, даже и здесь цвет подошел, расцветка этого жакета. Конечно, я заменила бы эти брюки, чтобы не было пуговиц, как у меня на талии, да. Может быть, юбку бы надела, какую-то белую короткую, или просто классические белые брюки. В принципе, да, действительно, сел он на меня, и расцветка очень приятная. Мне кажется, действительно, она как-то освежала. Не знаю, мне понравилось. За 50 центов, опять же, очень классная находка. Вот такой трендовый лавандовый топ мне попался, очень крутой для девочек, которым фигура позволяет носить такие открытые топы без белья. Очень красивый цвет и на жару самое то. И еще один красивый вариант, такой топ цвета шампанского, блестящий, нарядный вариант, я бы сказала, на выход даже можно стилизовать. Это удлиненный топ, под горло тоже у него фасон. Красивый сжатый материал, очень добротный, в отличнейшем состоянии. За 50 центов выглядит, честно, намного дороже. Немножко впереди он покороче, спинка длиннее. И мне кажется, он будет прям стройнить, хорошо ляжет. Ну, не знаю, такое впечатление, что очень красиво он мог бы сесть. По-моему, там был довольно большой размер. И еще классные джинсы я нашла. Сочетаются тут несколько цветов. Светлые и темно-синие. Высокая застежка. Но посмотрите, что у него на пятой точке. То ли это бабочка, то ли это карманы отпороты. Я не поняла, честно говоря. Впереди мне все очень понравилось. А вот сзади как-то выглядело странно. Несколько кармашков. В целом было бы очень неплохо, если бы не вот эта деталь сзади. Очень нежный, можно сказать, романтичный топ от бренда Only. Это очень легкий, приятный кружевной джемперок, наверное, можно так назвать, или блуза с подкладкой. Сам верх полностью кружевной, а внизу подкладка, чтобы ничего не просвечивалось. Сейчас тоже и вязка, и кружево, все это в тренде, поэтому классный вариант. Можно и как с джинсами носить, более такой повседневный стиль, и даже на выход что-то придумать. Очень красивое кружево, рукава полностью кружевные. Здесь у нас еще один вариант с тканью шитье. Поправьте меня, пожалуйста, если это называется по-другому. Это уже такой вариант красный. Красно-белая полоска от бренда Hollister. И красивые, конечно, вот эти вот край кружевной, тоже рукава. Мне нравится. С белыми шортами очень классно, с белой юбкой. А здесь у нас практически новая летняя такая маечка. Тоже топ, можно сказать. Очень приятно нежно-розовый цвет с белыми полосками, или это даже цветы какие-то изображены. Очень приятный цвет и также очень приятная ткань. Это была у нас вискоза. Очень много, кстати, да, сегодня у нас было вещей именно из вискозы. Ну что, на сегодня у меня все. Это был такой небольшой обзор с финального дня секонд-хенда Humana. Вот такие находки сегодня мне удалось найти. Пожалуйста, пишите в комментариях, что вам понравилось, чтобы вы сами померили или приобрели. А совсем скоро нас ждет новый обзор, и надеюсь, что намного больше примерок. Спасибо вам большое за просмотр. Увидимся совсем скоро в моем следующем видео. Всем пока!